Всем привет, народ. Время 1:20 ночи. Поехал на вокзал. Встречает свою супругу. В общем, новый член семьи у нас появился. Везет она его из Томска. Встречу на вокзале, покажу, что это такое. Время 1:30, я уже на вокзале. Что-то рано вышел. Вон там вокзал. Спиной к нему встал. Буду ждать полчаса, в 2 часа поезд приезжает. На улице холодно, минус 27. На второй путь поезд приезжает. Блин, а у меня же вагон с головы. Третий. Получается, идти в обратную сторону надо будет. Вот оно. Чудо. Что, как назвали? Вот этому слону 3 месяца. 4 уже? 4 октябрьские. Ну пойдем. Ты че? Это, блин, мор, да? Сколько он? 30 кг вешает? Наверное. Давайте не его. Приехали домой. Не смешно. Собака тут в ноги на заднем сиденье легла, не видно. Не выходит. Застряла. Иди сюда. Видишь, какой салат. Ну все, дома. Время 2 часа 28 минут. Взвесили этого монстра. 25 килограмм вешает. Ночью проснешься, а он тебе ногу отгрыз или руку. Такой слон. Завтра посмотрим на реакцию детей. Да, собака? Ну как свинья, ест он все раскрылку. У нас в Омске нет таких щенков. Пришлось в Томск ехать. Чего, не страшно? Монстр пришел к нам. Голова в 2 раза больше, чем у Саши. Щеночек, да, Алис? Это Макс. Какой Макс? Это хряк какой-нибудь или свинтус? Макс! Пошли, Макси, туда, пошли. Он на своем месте сидит и никуда не хочет идти.